Flipando ele olho. Tô bem só. Aqui pediu Janet. E он потом разобился, особенно вот эта часть. Начал сильно вентилятор крутиться, очень громко начал крутиться. И вот тут горячо было вот эта часть. По транзистору, видимо. Я хотел замерить потребление вот этим прибором. Вытащил чайник. И отсюда начал дымить. Потому что без меня чайник выключил, выключил этот переключатель. И тогда он охлаждался активно. И он перестал вентилятор охлаждаться, видимо. И поэтому там что-то перегрелось. Запах чувствуется паленый, ну что, бумаги или чего-то. Паленых электрокомпонентов чувствуется запах. Начал идти дым белый. Надо выпить. Ну вот он теперь успокоился, вроде бы 10 ватт потребляет на холостом ходу. Хотя раньше 7 ватт потреблял. Попробую теперь измерить его мощность. Чайник потреблял сперва 500 ватт, а потом начал все уменьшаться, уменьшаться. Вот это... Тут контроллер для нас показывал, что сперва было 500 ватт, потом начал постепенно уменьшаться мощность. Потом где-то 320, скажете, или сколько там ватт.
потребляю, когда уже громко вентилятор, 350, ну где-то 400-300. Чайник выключил. Вот этим телефоном, что снимаем, у меня стоит программа BMS, которая измеряет. Этот у меня без звука снимает. А там другой заряжает. Потом попробую перейти на другой телефон. БМС показывает 413, тут где-то 300, может тут учитывая КПД. 400 БМС ровно показывает, тут 273. Ну почему-то тут немножко не совпадает, потому что такой низкий КПД. 300 и 400. Это сколько процентов? Телефон психует. С калькулятором посчитать, сколько будет КПД. 300 из 400 поделить 0,75% КПД получается. Может на полной мощности повыше КПД, может немножко что-то неправильно показывать. Было тут очень горячо, что даже нельзя удержать руками вот это место. С этой стороны ничего, тут нужно держать нормально. Вот тут. Тут вот, особенно вот в этой, вот тут очень горячо. Быстро отключиться должен. Уже на 200 ватт перешел. А крутится как будто невероятно, какую-то мощность он качает. Ну почему? Так когда я вчера его проверял, запитывал 150 лампочку, 116 ватт, и 60 лампочку, так много часов, почему-то он там ничего не крутился, еле там крутился инсулятор. Теперь он такой бешеный, как будто невероятная нагрузка какая-то. Не понимаю, в чем дело. Ну, вроде бы кипятит, но не отключается. На 200 ватт, наверное, не отключится. Аккумулятор холодный, холодный. Сам не пишет, наверное. Теперь немножко еще должен находиться, потому что вот это все всегда отключится. Все, опять слышу этот запах, не знаю. Может, в нем что-то попортилось, может. Уже становится все. Но еще пока руками пальцем нельзя удержать, еще пока очень горячая вот эта часть. Ну, как прервал видео, все, он отключился. Вентилятор. Ну, какой-то там звук странный. Вот, вот дым идет. Смотри. Отсюда дым идет. Что делать? Вентилятор не крутится. Ну, какой-то странный идет.
które normalizowały super pokazy i potrubienie 76 lat. Posłuchaj na programki. Minus 061. Kamer wykryciu, nie masz kształtu. Pieniądz się opuścił się, jak był to pieniądz, to było się najpierw. No to kłodę ścianie, trrrr. Dobra, zbyt się, słabiej, słabiej się. Wierzę gdzieś. Myślę, słabiej, słabiej. Teraz sekundę, to wchłaniaj tym zapachem, po mojemu zapach zgorzewszych elektrolitów czystych kondensatorów. Wielkie ciche. Robię w komponentach. Może kogoś pasty z mądrzejszości. Wyklejecie, wyklejecie. Ale почему раньше при нагрузке где-то тоже 300 ватт, даже 400, он даже вентилятор не включался, а теперь он так сильно перегружался, так сильно нагрелся и так быстро вентилятор крутился. Потому что когда раньше было, то была нагрузка 220 вольт, 230, а теперь когда была нагрузка там, не знаю, может 70 или 100 вольт, и тогда, видимо, там ток как-то от этой синусоидной платы, там напряжение низкое, но ток достаточно большой. Чтобы эти 200 ватт получилось, например, там 20 вольт и 100 ампер, это будет 200 ватт. И то самое будет, как 220 вольт и 1 ампер. Поэтому вот тогда не сгорел ничего, даже вентилятор не включился, теперь он так быстро крутился. Получается, по идее, либо трансформатор, который там создает эти 220 вольт, он как бы неправильно работал в перегружении, и там же стоит диодный мост. Вот этот диодный мост грелся там на 220 вольт. На 200 ватт, он там 1 ампер на том сегодня мосте, а так он на диодном мосте там 20 100 ампер и 20 вольт, допустим. 100 ампер, он ему очень большая нагрузка, поэтому диодный мост, возможно, что-то там около его и перегрелось. 3 вольта на каждой ячейке, 13 и 1 вольт на выходе, попробую его стать. Вот метром измерить. Налил новой воды побольше. Тут вот метр, так это напряжение не показывает, поэтому этот показывает, и мощность вот теперь на ватт настроена, напряжение. Это тоже хороший, но он пауэр-фактор не учитывает, нужно самому переумножать. Включаю чайник, что он показывает на ватт. А еще не поступил. Вот 1200 как-то так. Может, эти вот метры неправильно показывают. Вот эти. Я соскочили. Так. А, тут он уже что-то глючит. Не может. Тысяча четыреста. Может, он так как-то... Не может потянуть. А вот с этим вот метром он как бы потянул, может он... Чтобы всунуть этот метр, может как-то неадекватно работать, начинает сбрасывать напряжение. Непонятно. С этим совсем по-другому он работает. Но тут ему как бы мощности все хватает. Только... Не может потянуть нагрузки. Ну, до 1000 так ватт доходит, и потом сбрасывает. Это 721. Выключу. А он еще вентилятор крутится. А, понял, может быть, там тот дым пошел, потому что контакт какой-то был плохой. Может, не до конца засунули. Потому что теперь все нормально работает. Вот, опять попробуем на этом отметке. Чтобы выяснить причину, почему это. А вот, а с этим он опять начал трещать. 320 ватт, по-другому с этим работает.
с этим вот метром. Я понял, не трещал. Вот. Ну, вот тут постоянно 315 ватт, вот постоянно горит. Совсем по-другому работает. Ладно, я отключу. Попробую вообще без ватт-метра. Вот, включаю. Чайник еще не включен, он горячий, нагревается вот этом. От этого вот метра он нагревается. Вот потом включаю чайник. Вот, и тут тоже он трещит. И постоянно вот светит лампочка. Непонятно. Может, тут какая-то защита встроена, а тут может защита от слишком низкого напряжения встроена. В этот вот метр, в этот не встроен. Поэтому он отключался. А тут он снижает напряжение, видимо. Чтоб чайник как бы мог, можно было закипятить на пониженном напряжении. Ладно, я выключу. Вот уже начал немножко шипеть. Попробую. Вот на этом вот метре. Смотрим, что он тут такое. 232 вольта. Включаю чайник. Какое тут напряжение показывает? 93 вольта и 337 ватт. Пауэрфактор 93. Нужно еще умножить на 0,93, это 330. Это вот он специально, видимо, так сделан, чтобы можно было чайник закипятить, хотя чайника мощность превышает мощность инвертора. Каждый. Нужно было бы любой прибор, который слишком мощный, тоже с ним поработать. Но он тогда, видимо, сильно греется уже. Да, на таком пониженном напряжении. Хоть и ватт как бы потребляет мало, но все равно сильно греется на пониженном напряжении. Вот чайник уже горячий. Даже вот 89 вольт можно его закипятить. Как я проверял, ну, аккумулятор преобразователь на около 90 вольт. Сейчас посмотрю. Вот и 300 ватт уже показывает. Показывает 380 ватт где-то. То есть, ну, очень неэффективно работает, видимо, на таком режиме, когда у него низкое напряжение. Вот когда 85 вольт, поэтому он так сильно и гудит, и так греется сильно. Вот в этом преобразователе еще был конденсатор сдувшись. Я заменил конденсатор, там по 35 вольт стоял, я заменил на 50 вольт. Еще по этой причине он мог перегореть. Но один конденсатор был сдувшись, а не два. И там проверял ESR этих конденсаторов, очень 0 ESR показывает очень качественный, как бы, получается конденсатор. Даже сдувшись он был, ESR у него 0 был. Я снизил потребление, он теперь потребляет, могу показать. Раньше потреблял где-то 4 ватта при 36 вольтах, а теперь он потребляет. Так. У него как-то напряжение тут прыгает теперь. 2,9 ватт. По идее должна 36 быть, но как-то странно теперь работает. Может, нагрелся или 2,1, 2,9, 2,1. БМС показывает 309 ватт, а тут вот 213 ватт, 74 вольта уже. До 74 вольтов он до самоотключения вряд ли дойдет. Чайник кипит, а я уже ощущаю опять этот запах. Вот уже 71 вольт. Он уже даже, хоть он вроде бы нормально работает, но тут очень горячо, я чувствую запах. Опять усиливается, поэтому нужно отключать. В общем, долго он так не проработает. Его отключу. Вроде бы должен вентилятор отключиться, но вот тут еще место очень горячее, если отключу его, снова тут дым пойдет. Потому что пусть он охладится еще. Это невозможно держать очень горячее. Он так не предназначен на таком низком напряжении работать. Хотя бы могли бы как-то сделать, чтобы если напряжение ниже 90 вольт, чтобы он отключался. Но такого не предусмотрели. Поэтому можно его остановить, я думаю. Если так долго чайник на 70 вольт кипятит. Хотя он постоянно там снижался, сперва было 400 ватт, потом 90, там где-то 100 вольт, потом все снижалось, снижалось, возможно, там какая-то перегрева защита стоит, она все снижает. Поэтому немножко как бы спасает это. Вот только что отключился вентилятор. Вот нашел. Что-то дымело. Вот это дроссель, который сильно сформирует. Если понюхать, чувствуете тот самый запах, что и я чувствую. Ну хорошо, что ничего похожего критичного. Ничего страшного нет. Изоляция немножко поправилась на обмотке. Мне кажется, скорее не замкнула. Вот на выходе еще конденсатор параллельно. На выходе стоит, чтобы как бы все помехи убрать.
я так переживала, что думала, что может это до мелика не сапер, тогда было бы сложнее заменить. Если не вздулись бы, то пришлось бы это все разбирать. Так пока ничего разбирать не надо. Только смотреть, чтобы он еще раз не дымил. Видимо, очень сильно греет. По идее, если 20 слоек, наверное, на нем. Так как вдруг будет конец, как бы земля не связан, поэтому, по идее, не опасно, потому что 10-20 слоек коснуться. Даже вот там, наверное, коснуться не очень-то опасно. Если только вторым пальцем не коснуться второго контакта. Но лучше не проверять. Вот, включу чайник. Буду через два прибора сверять мощность. Включаю чайник. 1000 ватт. Сколько? 1,26 киловатт показывает это 1000. Что это покажет? Это тоже 1000 ватт, уже все. Напряжение упало, само отключается. Может там достает 11,9. Почему теперь отключается? Вот эти греются. А вот эти формируют синус, они тоже грелись. И так этот синус, то не может, лучше, может быть, вот эти теперь нагрелись сильно. Может лучше бы синуса не было, тогда бы не было проблем с этим низким напряжением. Чего чайник? 1,3 киловатт. 10,8 вольт. Ну, он, наверное, инвертор защиты сработает. Что на 10 вольт пускает. Нужно подтвердить, может, аккумулятор. Я проверила на ощупь вот эти диоды, они тоже очень горячие, вот эти диоды. И трансформатор вот этот горячий же. Вот, прибор показывает тоже, что трансформатор горячий. И вот предохранитель горячий еще показывает. Да, горячий. Вот диод. Вот дроссель. Дроссель 29 градусов. Корпус. Еще. Вольт. 334 ватт. Все трещит. Не подзаряет, заряжает. Сейчас вентилятор включился. Сейчас он громко забудет. Вот этот дроссель. Нет, 78 градусов. Вот я включу чайник, он еще крутится, потому что дроссель очень горячий. Вот транзисторы вот эти горячие. Там датчик, наверное, температуру стоит. Вот это не такой горячий, он почти не горячий. Пока не остается. Эти транзисторы уже не отключат. Ну, так ничего, теперь его, наверное, не надо, а то дым уже пойти, как тот раз сбросил вот этот.
liberadas. Smart liberat. Când este rău, tot este aici pe ele. Când este nevoie să liberat și unde se poate liberat. Nu știu că mergea tot în lejit cu oia. Zâmcanie, priză și muzică. Я не могу дать температуру. Если 80 ватт, очень много. Если реально там 80 ватт. Вот, посмотрите, сколько он потребляет. Конечно. 6 ватт, 7. Вот, 350 градусов, допустим. Он только 4 ватт, максимально. Ну да, вообще-то. Вначале в старте было 80 градусов, но это, конечно, не постоянно, потом он нагревается. Проседает. Вот что он уже нагрелся. Он нагрелся. Смотреть или не будем греться. Просто. Розовый не греется, похоже, но греется диодный мост. Вообще ничего не греется. Транзисторы вот тут все холодные. Тросель тоже не греется. Вот. 357 ватт и 237 ватт. Вентилятор не крутится.